Надеюсь, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Серега, Семка, Ханзел, Нотрейди, King on Fire, Стрелок. Пацаны, скажите крутые слова. Всем привет. Все просили, чтобы мы сняли в ночном лабиринте. Если вы кушаете, приятного аппетита. А мы выживаем в ночном лабиринте с страшными аниматрониками. Поехали. Так, пацанчики, подрубаем фонарики. И бежим, 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 бежим. Так, рассасываемся по всей карте. Дима, я прям за тобой. Да-да-да, идем, идем, идем. King on Fire, через 5 секунд можешь выдвигаться за нами. 5, 4, 3, 2, 1. Охота началась. Fight. Ребята, не забываем ставить лайкосики, подписываться на канал, потому что мы выпускаем ролики каждый день и стараемся поднять вам настроение. В принципе, что у нас и получается. Я иду, Серега, не переживай, я все вижу. Блин, классная карта. Если этот ролик наберет 3000 лайков, мы будем знать, что этот ролик вам понравился, и эта карта особенно. И мы будем на ней записывать еще много тысяч роликов. Дима, вырубай фонарик и смотри. Ой, прикольно. Прикольно. Так, а мы идем к... Это там, где свет, да, вроде? Не, без фонарика плохо видно, но... А если я возьму меч, мне будет видно? Да, да. А ну-ка, оружие. Так, я уже не помню, в каком паке. Сейчас. Нашел. Робот. О, прикольно. Идем, идем. Офигеть. Я же забыл, что от третьего лица включается вид, и мы теперь все видим. Так. Я какие-то звуки слышу. Осторожно, Серега, осторожно. Здесь очень стрёмно. Так. Аккуратно. Пилим стены. Я слышу, да, кто-то перемещается там за стенкой. Кстати, марионетка... Очень злостный аниматроник. Кстати, кого он убивает, тоже берет аниматроника и ходит вместе с ним, ищет в ночном лабиринте. Серега, я не знаю, я правильно иду? Я по твоему знаю. Ребята, мы не знаем, потому что можно дезориентироваться за 5 секунд. А лабиринт такой, знаете, очень запутанный. Короче, иду... Куда? Иду, хотел сказать, иду сюда впрямо наискосок. Я не знаю, может мы все-таки не дойдем до... А, нет, не дойдем. А! Ой, Дима! Идите колотить, я теперь буду заново! Ну, Серега! Дима! Ребята! Серега, остался... Я, короче, начинаю все сначала. Обстоятельства. Блин, это было больно за пилейшн. Но зато прощения будет на лице. Лазерная операция. Где-то, Серега, депиляция, не операция. Не, депиляция это когда волосы выдирают. Зато теперь я иду в сторону... Подождите, что? Неизведанного. Слышишь, я прошел круг... Блин, я назад вернул. Так, смотрите, здесь у нас вход, вышка с той стороны. Будем идти прямо и немножечко правее. А, выход тут есть? Офигеть, я не знал, что в этом лабиринте есть выход. А нет, он пишет, а нет. Так что мечтай молча. Так, Сережечка. Я сейчас Диму найду. Давай, у тебя получится. И опять случайно липосакцию сделаю. Да какая липосакция? Так, я иду правильно к вышке. Я слышу. Ребята, очень стрёмно. А ты знаешь, что тут есть под картой? Можешь, Серега, ко мне ты пыхнуться, пожалуйста? Окей, я хочу тебе показать, что здесь есть. Это, кстати, по канону самой карты. Я даже не знал, что тут такое есть. Смотри. Где? Опа. Это я... А что он тут делает? Он должен тут быть? Это же его не ставили, он так и есть. Зачем ты убил его? Идем, Серега. Я иду к вышке, я знаю, где она. Давай, веди меня. Надо сюда держаться вот так, наискосок идти. И заблудиться. Нет, 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 нет. Вот туда надо нам идти, вот в ту сторону. Так, ребята, напишите в комментариях, кто самый последний останется в живых. Кстати, мне кажется, King on Fire вообще никого в этом лабиринте не убьет. Надо было на 16 человек ставить. Да не, убьет, главное начать. Зато сам смысл в том, что ты знаешь, что в этом лабиринте есть аниматроники. И ты можешь проиграть. Мы не спрятались, мы прям ходим постоянно по лабиринту. Да. Можем тебе дать подсказку. О! Что за бред?
Серега, введи ты меня. А ты опять меч взял, я буду далеко от тебя идти. А то опять липосакцию. Так, осторожно. Кто-то еще крякает, слышишь? Наверное, еще один тут есть. Может, надо... Опа, Дима, смотри. Да ладно, это пасхалки на карте. Джимен. Мочи его. Мне кажется, у него, Серега, очень много жизней. А ну, мечом его. Надо было его мечом запилить. Ого. Ты псих. О, фонарик. Фонарь, Дим. Тю, блин, ты испугал нас. Идемте все вместе. А если он нас троих убьет, он что, троих из... Тю, блин, ну это ж мы по кругу прошли. Давай сюда. King of Fire в начале. Эй, возвращаемся. Вот жопа. Сейчас нас всех завалит втроем. Да не, не надо. Скажи ему, что не надо. А он не найдет нас. Прям сложно найти. Давай, Спанч Боб, иди и будь пушечной губкой. А если он со спины будет? А со спины только крысы. А он не крыса, он аниматроник. Хотя есть аниматроник крыса. Мы можем King of Fire пострелять, чтобы тебе было понятно, где мы. Давайте немножко постреляем. Все, идем, хватит! Хватит, хватит, вы нас, этот, наведете на нас беду. Да мы идем. А куда-то мы... Никуда. Ну, в тупики заходим. А все-таки, знаешь, очково, что вдруг мы сейчас будем идти, и в конце туннеля стоит марионетка, нас ждет. А может там NPC поставить, они более будут ориентироваться лучше? Ну так мы проиграем сразу. Да, проиграем моментально. Тут лучше, когда они нас ищут, настоящие люди. Так, 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 Сережка. Что-то мы не можем никуда прийти. А это не начало мы приходим? Не знаю. Не-не-не, не начало. Это конец тупика. Опять кто-то крякает, я слышу. О, убил! А, стрелок убил сталкера. Тут что, сталкеров миллион штук, что ли? Да, походу. А, уже не крякает, да. Еще крякает кто-то за стеной вот здесь вот. King of Fire, наверное, никого не сможет убить в этом лабиринте. О! А чё на нас не агрится? О, King of Fire умер, что ли? Чё-то убило его. Уничтожился. А может, наша была задача убить сталкеров, и таким образом King of Fire бы умер? Это очень странно, но пойдет. Не ищи в этом логики, Дим. Логика это не про нас. Да блин, мы ходим и никуда не придем. Так. Главное в нашем что деле? Не стать аниматроником. Короче, если кто-то умрет сейчас, станет аниматроником. Да, кстати, кто умирает, тот и умер, тот и аниматроник. О. Фью. Серега, а ты где? Да я это, потерялся. Вот так легко заблудиться в черном лабиринте, так что, ребята, не отставайте. Найдем. Да, в том свете. Никто не умер еще, представляете? Сколько людей играет, и все еще живые люди. Даже ни одного аниматроника нету. Я упал куда-то и умер. Тут что, ловушки есть? Знаю, походу. Ну все тогда, я беру аниматроника, помогаю. Давай, Серега, давай, покажи. Я представляю, как ты сейчас будешь нас долго искать. Лабиринт здоровенный, он просто мега-гигантский. Ходим, ходим. Самое обидное, что мы ходим по кругу. Туда-назад, туда-назад. Блин, тупик. Спанч Боб, веди меня. Ты думаешь? Да. Я могу пострелять, чтоб ты знал, где мы. Да. Или ты не стреляешь? Слышно? Не слышно? Ты стрелял? Да. Еще можешь? Непонятно, что-то далеко. Еще хотя бы один раз.
Ага, все. Спасибо. Ой. Ой, блин, ой-ой-ой. Че? Еще один аниматроник появился. Да. Так, ну теперь будет легко мне найти. Блин! Ты специально говорил, чтобы я стрелял, и ты меня при этом нашел быстро. Не. Ну блин. Километр был. Это было очень стрёмно. Я тебе скажу, что прям наш, ну прям на стрёме. Че, давай пойдем сейчас других искать. А что делать? Давай. Так, ребята, я беру аниматроника. Так, надо взять очень быстрого аниматроника. Например. А этот аниматроник, который у тебя был, он под землей, да, ты пехался? Да. Еще! Опа. Ой, да не. Понеслась. Так. Так, сейчас я возьму, короче, от первого лица сделаю, ребята, и мы сможем видеть, как настоящий аниматроник. Ночное зрение активировано успешно. А, ну зато не так далеко видно. Так, давайте посмотрим перекличку. Кого мы нашли, а кого не нашли? Или смотри, уже все? Хас было. Я да. Убил тебя. Я упал в ловушку. Осталось двое. Не, я ноурейди убил. Стрелок остался. Давайте ищем все стрелка. Эй, что за бай? Я тебе помогу. Тут, наверное, этот King of Fire застрял, не мог пройти, я ему помог. Блин. У нас теперь лабиринт с аниматрониками. Это очень... Представьте, ребята, в такой лабиринт попасть. Напишите в комментариях, что бы вы делали, если бы вы попали в такой страшный лабиринт. Чё, стрелка ищем, да? Ищем, да. А как его найти? А надо искать. А как? Если мы его не видим. А, надо по запаху чуть. О, King of Fire, голова. Так, я не могу тпхаться, надо пролетать. Так, прямо, налево. О, правильно идем, правильно. Так, стрелок, наверное, так далеко убежал куда-то. Дай подсказку, постреляй. Я вообще не слышу выстрелы. Вы слышите? Нет. Стрелок, давай постреляй. Да, давай подсказку, потому что очень сложно будет тебя найти. Но его нету. А как первое лицо включить? А вот это уже секрет. Только истинный знатель Гарри Смотта. Гранату кинь. А ну-ка давай. Слушай. Гранату кинь. Кидает? Не знаю. Нет, походу. Ну, Серега, как его убить? Ну, есть вариант от админа Буза. Опа, слышал? Нет, он где-то далеко. Я слышал гранату. Да? А ну еще кидай. Я не слышу. Хотелось бы его замочить. Не тебе одному. Ну? Так, ребятушки, как же его найти? Если мы его сейчас, короче, не найдем в течение минуты, то мы взорвем лабиринт к чертям. Я уже подготовил на башне. Да? Мне будет интересно посмотреть изнутри, когда я буду под землей, как взорвется бомба и что случится. Выживем мы или нет? Ладно, Серега, мы его, наверное, не найдем. Короче, стрелок оказался самым лучшим игроком на сегодняшней серии. Посмотрим, выживут они или нет. Давай. Ого! Хо-хо-хо-хо. Ого, что-то двери прилетели. Ой-ой-ой. Вот это, ребята, жестко. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и посмотрите мои ролики еще.